Графика вообще охрененная просто, ребята. Такая крутая графика, я еще никогда такой графики не видел. Так, короче, суть игры такова, ребятки. Нам нужно найти 8 кусков бумаги, и мы откроем тайну Сландерины. И, кстати, тут ее можно убивать. Вот это большой плюс разработчикам, потому что как же я хотел поиздеваться над этой тварью. И, ребят, это, если что, не та Сландерина, которую вы привыкли видеть у меня на канале. Это вовсе другая, это более такая серьезная. И, короче, игра с ограничением на возраст 16+. Поэтому видео у меня ограничено. Если что-то буду материться, вы не обращайтесь, просто эмоции, сами понимаете, зашкаливать будут. Так. Так, хп. Это у нас хпшечка. Так, здорово, отлично. О, первый листочек! Осталось ровно 7. Нам тут еще все следовать, все осматривать. И не встретить, главное, нашу всеми любимую красивичную. О, вот и она, сука, мой зад подрала уже. Сдохни, кобыла! Девушки такие, болтушки. Ладно, идемте дальше. Вот это новогодний выпуск, и чего-то тут не хватает. Конечно же, не хватает подарков Деду Морозу и фейерверков. Блять, я обиделся. Я Новый год хочу. Подарите хотя бы подарок, что ли, какой-нибудь. Тебе избавьте меня от этой швабры, я не знаю. Играю я в первый раз, хотите верьте, хотите нет. О, новое оружие. И хпшечка. Круто. Так, это что? Нужен ключ. Окей, ясно, понятно, спасибо. Так, открываем. Это телефонная трубка. Ни хера тут нет. Никаких подарков, ни сюрпризов. А ведь Новый год же. Тебе салатиком или ем, что ли, угостила. Ну, с гостями так не поступают. Тем более Новый год. Ладно. Так, здесь что? Вот чувствую, я сейчас отвернусь, и она просто тупо может укусить меня за мою жопу. И будет страшно. ХП бесполезно сейчас брать, конечно. Понимаю, если бы она нас подрала. Ну, уходим дальше. Так, блин, графика такая волшебная. Ты нормальная, нет? Пасть свою закрой. Свою пасть собачью. Так, какой-то ключик. Ну, берись, хули ты. Мне почему-то кажется, может быть, нет. Но мне кажется, это ключ именно от той комнаты, где была решетка. Сейчас нам больше сюрпризов дадут. Спасибо. Сейчас ключик нам поможет, братка. Спасибо ключику. Открывайся, да ты нормальная дверь, нет? Эй. Так, о. Это у нас что? Это у нас что было? Так. Да не нужен мне ваш меч, мне подарки нужны. Так, здесь что есть? Нет. О, бумажка вторая! Осталось ровно 7. И ключ какой-то в тубзике. Фу, его обязательно нужно из туалета доставать. Блин, они что-то срут. Вы топкаете? А я руками туда заползаю. За ключом. Ну, вообще некрасиво. Вообще некрасиво. Так, пока это кобыла, ее нигде здесь нет. Так. Ну, короче. О, идет, ведь как красавица. Ой, вы посмотрите. Сдохни, кобыла, ты задрала по сиськам, получи, мразь. Хули ты на меня орешь? Изо рта несет хуйня! Собачья. Пошла нахуй, кобыла вонючая. Я уйду. Не на печенье с чаем не останусь. Так, это что, туалет? Все нужно тут хорошенечко осматривать. Так, там чего? Да, тут кому-то было плохо. Ребятки, тут кому-то было плохо, видите, да? Блин, управление, конечно, тут плохое, а вот графика вот на пятерочку. Так, мы вернулись обратно. Ой, я не заметил эту комнату, или заметил? Так, о, лестница наверх! Так, я за собой дверь закрою, чтобы меня сзади никто за жопу... Блин, двери не закрываются, но это не... А, мать! Сука! Да хватит меня пугать, О, новое оружие! Новое. Такое чувство, что, мне кажется, оно сейчас появится, не знаю почему. Блин, тут более такое улучшенное пространство, тут больше всего. Поэтому и листочки сейчас нам... О, листочек! А, нет, это было хп, я уж обрадовался, было. Ладно. Не унываем, просто осматриваем тут. Листочек, все-таки я не зря обрадовался. Осталось, ой, кобыла. А давайте попробуем от нее побегать. Интересно, что будет, если мы от нее побегаем? Где она? Ай, ты кобыла, ты сука! Ты чё хули орёшь, ты? Эй, Лунтик! Маскарадный! Лунтик! Сдохни, сука! Да хватит тебе орать, потерпевшая, блядь. Ты людей да инфа... Да ты заебала, сука! Дай в туалет нормально сходить! Ой, получи по сиськам, блядь! По сиськам! Сука! Так. Ай, мне показалось, там что-то упало. Блин, она нападает через каждые 5 минут. Лагает, ты реально заебала уже. Надо влепить ей в жопу, так лепить, сука, чтобы вообще никогда не появлялась. Не. Так, идем дальше. Так, да, откройся. Так, тут... О, я вижу, торчит бумажка, я вижу. Ребятки, у нас уже ровно половинка, осталось совсем чуть-чуть. Опять ты тут. По сиськам! Да блин.
Смотрите, она разозлилась. По сиськам, суке. Да блин, она сдохнет, ты хочешь? По сиськам. Все, тебе говорю, надо ко мне подходить. И орать тогда не надо, не надо будет. Ладно, идемте дальше, нам еще целые крылья осматривать. Ну, то есть, целое крыло, короче. Так, здесь ничего нет. ХП нам пригодится, потому что жизнь мы свою сильно потрепали. Это плохо, очень плохо. Так, еще какая-то декон. Так, тут опять... О, Мишка, это мне подарок. Спасибо большое за подарочек. Сленди, да ты же не такая злая, оказывается. Тебя, смотрите, ждала ведь меня тут, ждала. Проститутка, вот только попробуй, подойди. Так, вот вы всяко найдете тут отличия. Посмотрите вот на эти стены и посмотрите на эти. Видите отличия? Мне кажется, что... Да, мне не показалось. Тут реально что-то есть. Так. Открывайся, открываем. Открывайся. Что, разозлить меня хочешь? Видно. Был бы тут Дед Мороз, я бы у него загадал, чтобы эту тварь никогда больше не видеть. Так, ХП лучше брать. Все, мне было лень. Так, ну берись. Чё? Нужен лом? Какой лом? Вы издеваетесь? Какой нахер лом? О! Выночилась, сука. Ты прыгаешь-то, хули прыгаешь, поебнись и получи, блядина. Она, блин, так круто убивается. Так, все, тут мы осмотрели. Теперь идемте. Помните куда? Наверняка не помните. Сейчас нам нужно будет пойти в другое крыло. То есть вот в это вот, потому что тут мы еще ничего не обсмотрели. Лолик, на глазах прямо. Да не трогай меня, пошла нахуй. Так везде получишь по своей креативности, сука. Блин, заебало уже реально нападать. Бесит. Так, шкафы. Так, хпшечка. Берем хпшечку. Так, где там нужно было ломик применить? Вы не помните, нет? Куда нужно лом было применить? Да ты достала! Ты, сука, По пизде! Идемте открывать. Было бы все побыстрее. Было бы все намного лучше. Входим. И взламываем наш любимый шкаф. Там полюбасу листок. Да, я не ошибся. Ребятки, осталось 3 бумажки. А тут уже нужно не лом искать. Ну, чё уж. Обида. Я могу сказать только одно, у меня обида. Обида. О, боже, как ты меня бесишь. Что бы ты сказал? Не трогай меня своими когтями. Сука, это было вонючее. Вонючая, сука. Блять, заебала уже свою вонючую харю открывать на всю растопашку. Блин, я есть после этой игры 2 дня не буду. А то и неделю. Мамочки, неужели это достаточно? Там, ребята, осталось 2 бумажки, блин. У меня такая радость. Как бы вы только знали, я не могу передать ее. Ладно, я еще ее передам. А пока нам нужно тут еще все осмотреть. Так, тут ничего нет.